Более 300 недавних школьников собрались сегодня в одном месте – на священной земле Брестской крепости, чтобы с благодарностью вспомнить о подвиге героев, сражавшихся здесь в далекие 40-е и погибшим за свою страну. Мы живем под мирным небом, учимся и работаем. И возложить цветы к вечному огню. Быть частью этой торжественной церемонии посвящения в ряды учащихся Брестского государственного торгово-технологического колледжа очень почетно и престижно. Все эти ребята прошли серьезный отбор. Конкурс в этом году был значительно большим в сравнении с предыдущим. Оно и понятно, ведь приобретая свою будущую профессию, в этом колледже есть все шансы получить престижное рабочее место в обозримом будущем. Я всегда, когда говорю о нашем учреждении, говорю, что это лучший колледж по своему направлению и в Брестской области, один из лучших в республике. И этот год подтвердил набор этого года, что желающих учиться у нас достаточно много. Потому что на специальности повара, кондитера был очень высокий, достаточно высокий балл проходной, больше 7. Вот. На другие был чуть меньше, но хочу сказать, что в этом году мы набрали на 100 человек больше, 336 вот первокурсников. Такого в принципе не было. Эта цифра говорит о том, что мы ставим перед собой задачу готовить специалистов вот этого направления и по возможности увеличиваем количество, чтобы можно было все заявки, которые поступают к нам, удовлетворять. Спрос на специалистов, окончивших Брестский государственный торгово-технологический колледж, высок, а потому руководство колледжа постоянно поддерживает дружеские отношения с ведущими предприятиями города. Берестейский пекарь, наверное, как никто заинтересован именно в сотрудничестве с данным учебным учреждением, с Брестским государственным торгово-технологическим колледжем, потому что ребята, которые учатся здесь, это та профессия, которая у нас очень востребована. Не будем кривить душой, испытываем достаточно серьезный дефицит в данного рода специалистах. Вот. Поэтому сотрудничество у нас уже на протяжении нескольких лет достаточно плотно идет. Вот. Мы постоянно ребят приглашаем, начиная от обзорных экскурсий, и практика у нас проходит. Вот в прошлом году у нас проходило порядка 10 человек практику в нашем кондитерском цеху. Вот. И очень рассчитываем, что по итогам распределения многие выберут именно наше предприятие и придут к нам работать. Сегодня эти недавние школьники, которые хоть и немного, но уже успели пожить жизнью колледжа, в полной мере смогут ощутить себя будущими специалистами. Продавцами, контролерами-кассирами, товароведами, поварами, барменами, кондитерами. А сколько интересного их ждет впереди? А как горят их глаза, когда разговор заходит о предстоящей учебе? Я поступил в торговый колледж, потому что меня очень греет профессия повара. Мне очень нравилось всегда с детства готовить, и это была даже моей маленькой мечтой поступить на эту профессию. Сейчас я первокурсник, и мне моя профессия очень нравится. В будущем я вижу себя как профессиональным поваром, шеф-поваром в хорошем ресторане. У меня лежит душа к торговле. В будущем я хочу открывать свои магазины, работать на себя. За время учебы успел познакомиться с педагогами. Все понравились, замечательные люди. Учусь на специальности повар-кондитер 4-го разряда. Выбрал эту профессию, потому что все время нравилось готовить, готовил дома, везде готовил, где только можно, и решил попробовать себя в этом уже более серьезно. Педагоги очень чудесные оказались, даже лучше, чем нам вообще говорил кто-либо, и с ними в одно удовольствие работать, как-то общаться, очень интересно узнавать там о составе продуктов, тоже как все это готовить, и в целом, да, все интересно. Студенты 12 групп первого курса Брестского государственного торгово-технологического колледжа уже через пару лет сделают свои первые шаги во взрослую жизнь, полную рабочих будней и приятных волнений. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.